Проходят Дни Ассамблеи народов Евразии. Сегодня у нас в гостях первый заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, руководитель генерального секретариата организации Светлана Константиновна Смирнова. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Добрый день, салам. Светлана Константиновна, можно раскрыть подробнее, что представляет из себя Ассамблея народов Евразии и какие цели преследует организация? Но прежде всего я хотела сказать большое спасибо за приглашение к вам в вашу компанию и возможность рассказать жителям Азербайджана, гостям о нашей организации. Ассамблея народов Евразии – это молодая организация, нам всего лишь 2,5 года. Мы были созданы в мае 2017 года. На первом съезде приняли участие представители неправительственных организаций из 68 стран. И когда мы говорим о Евразии, мы имеем в виду 105 стран евразийского континента. Напомню, что по классификации ООН в страны Большой Евразии входит 50 стран Азии, 48 стран Европы и даже 7 стран Севера Африки. Поэтому это вот наша целевая аудитория, с кем мы работаем. Что касается ассамблеи, на сегодняшний день членами нашей ассамблеи являются представители неправительственных организаций более 40 стран. За те, ну, основная цель или миссия нашей организации – это объединение людей. Людей разных национальностей, разных вероисповеданий, укрепление дружбы между ними, мира и согласия. То есть вот такая основная идея – нести свет, любовь и добро. А скажите, почему Дни Ассамблеи народов Евразии решили проводить в Баку? Что привлекает Ассамблею в азербайджанской столице? Мы проводим Дни Ассамблеи в разных странах. За эти 2,5 года мы побывали во Франции, в Индии, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Сербии, в Болгарии, в Казахстане, в Кыргызстане, в Италии, в Греции. Сегодня Азербайджан. Почему? Потому что параллельно с Днями Ассамблеи народов Евразии проходит, или же теперь уже прошел, 4-й Евразийский литературный фестиваль, фестиваль «Лифт». 2019, а в прошлом году на третьем Евразийском литературном фестивале, который был в Сочи, победителем стал писатель из Азербайджана, господин Варис Елчиев. И именно поэтому местом проведения следующего фестиваля стал город Баку, столица Азербайджанской республики. Поэтому мы решили приурочить Дни Ассамблеи к этому знаменательному событию. Фестивалю, литературному фестивалю. В мероприятиях в Баку участвуют также представители азербайджанской диаспоры в России. Как вы считаете, какова сегодня роль диаспоры за рубежом и как живется азербайджанцам в России, в частности, в Свердловской области? Действительно, в составе нашей делегации есть представители азербайджанской национальности, которые сегодня живут в России, в Российской Федерации. Но это не только Свердловская область, это азербайджанцы, которые приехали с нами. Москва, Московская область, Пермский край и, конечно, большая делегация Свердловской области. Они приехали, ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области. И совместно с Госкомитетом по диаспорам провели круглый стол о роли диаспор. И, как мне сказали, я была только на самом начале, поприветствовала. Но, конечно, однозначно можно сказать, что наши соотечественники, которые живут в Азербайджане, и азербайджанцы, которые живут в России, все они сказали, что им хорошо и уютно, комфортно. И самое главное, что мы должны понимать, что важно, чтобы были условия для сохранения своей культуры, своих традиций, своего языка. Я думаю, что те рекомендации, надеюсь, которые они приняли на круглом столе, они нас ознакомят, и мы будем дальше с ними работать. Но я бы еще хотела сказать, что вот то, что мы в Баку приехали, литературный фестиваль, приехали 50 писателей из 52 стран. Не только Большой Евразии, но и писатели, известные писатели из США, из Колумбии, из Канады. И наша делегация, 75 человек из более 10 стран Евразии, наши сопредседатели из Франции, из Индии, в составе делегации из Сербии, из Словакии, из Туркменистана, из Казахстана, Кыргызстана. Понимаете, такой огромный интерес к Азербайджану и к Баку.
Вот мы завтра уже улетаем, я могу сказать, что мы улетаем с прекрасным настроением, потому что мы встретились с таким гостеприимством, радушием, мы чувствовали себя как дома. И я абсолютно уверена, что это была для большинства из нас первая поездка, первый визит в Баку и в Азербайджан, но я уверена, что мы еще вернемся. Мы увозим с собой тепло ваших сердец. Столько новых друзей, новых партнеров, коллег, которые навсегда останутся в нашем сердце. Спасибо большое. Я напомню, мы говорили о проходящих в Баку днях Ассамблеи народов Евразии с первым заместителем генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии и руководителем генерального секретариата организации Светланой Константиновной Смирновой.